два. Когда делать нечего. Блин, опять эти моря. Ёпрста. Так, короче, держимся вдвоем, не улетаем отдельно. Растираемся самолеты. Точно. Погнали сейчас за мной. Куда? Ты на Як-9 будешь? Да, сейчас увидишь. В объезд на их не точно базу. Ну что увидишь? Так, давай загружайся. Я уже лечу, куда лететь? Давай, направо, направо. Ваша задача уничтожить наземную технику. Сильно направо? За гору. За гору? За гору. За нашу гору? Да, вот это когда. Нежданчик будет. Мы вылетим прямо в хвосты. А, ты понял, что хочешь. Быры, знаешь, в хвосты и наверх. Это неждан будет для них. Они будут ожидать, что кто-то спереди летит, а мы и сзади прям вылетим. Так там у них эсминцы стоят. А мы на высоте будем? На какой? На нормальный. На 8000, мы пока облетим, уже в раунд закончится. Да нет, мы быстро. Это мы сейчас просто вылетаем как бы в бок. Сейчас по прямой будем лететь быстро. Ты на ускорении летишь или просто летишь? О, P-63 уже здесь. Это ага. Шут с бомбочкой, 500 тонн, да, все, фунтов типа. Ну да, ну как, это мой. Нахер тогда жить-то. Любая техника нормальная, просто на ней надо уметь играть. Давай P-63 сразу херячим. Так. Минус один, так, о-о-о, миссер. Давай миссера, да. Ты пока далеко. Все, он сдох. Помощь уничтожением. Так. Теперь у нас сейчас будет наказан. О-о-о-о-о-о-о. Як, P-43. Ага. Давай P-40-39. Блин, мне скорость кончилась. Ой! Все. Шо, ты все? Ай! Сейчас меня накроет. У меня абсолютно все черное, кроме движка. У меня крыло. Погнали на аэродром, попробуем сесть. Я не смогу сесть. Да. У меня до такой степени все перекоцано. Развернуться сможешь? Да я кручусь только, блин. Уже 8-7. Кто-то разбился сзади. О, спасибо. Это, знаешь, называется этот... Таранщики, блин. А. Меня вот он втаранил, меня только элероны. Ты что-то можешь получится сесть. А? Получится, можешь сесть. Самолет практически не слушается. Да. Смотри, видишь, как его трясет? Нет, сейчас я заражу 8-8 смотрю. Я над тобой. А ёпта, нет, не в гору, не в гору! Меня фюзеляж пробит. Я свой самолет бил. Я красавчик. Вообще перец. Самолет сбит, за огонь посадил. Ааа, ёпта. Мне сейчас отомстят. Смотри, что с моим самолетом творится. Лавочки. Ааа, ёпрасоте. Давай. Зашибись. Да не то слово. Я свой самолет сбил. Ну, бывало. Давай, посмотрю, как ты садиться будешь. Ааа, ё-моё. Его вытрясывает, просто жесть. Я не смогу его посадить. А там ещё один сидит. Бля, там, всё. Давай! Есть. Ааа, фак. Разбился? Или будешь ремонтироваться? Все. Чтоб меня... Вас выкинут через 10 секунд, да? Да. Ну, я говорю, двигатели и элероны только были белыми, а все остальное абсолютно черное. Я не понимаю, как я на нем еще летел. Я пока перезаряжусь. Ну, если бы я сел плавнее, может быть, я бы смог отремонтироваться. Ну, блин, он не слушался вообще. Ла-7 даже летает. Как может летать? А, тебя ж под Ла-7. Так, я сзади тебя, Кобра. Вон, я на Фокера. Уже 8-7 идет на нашу базу. Прям слежь, что ли? Сверху вниз. А не. Они с лавочками летают вместе, как мы с тобой, наверное. Я не вижу. Они с левой стороны. Вот они, вижу. Да они. Ла-7. Что, за ними пойдем? Ну, я вертикально полетел. Да, как нам было говорить, я уже пытался вниз скинуть. Давай, короче, за этими красивыми. Они, наверное, банда троечка летают. Три друга по скайпу общаться тоже.
ищу адекватных людей с 18 и выше для полета в Азвене. Сейчас Азвене малая скорость. Так, у нас уже, у меня уже почти 2000. У меня 2000 тоже уже. Какая интересная у них скорость, чем высота. Так, тут, вот я лично Ту-2 догоняю. Ту-2, где ты? А. Ты хочешь, мы жопу выставишь? О, Ла-7. На меня Ла-7 летит. Нет, у меня пушка на КД. Капец. Блин. Разорвал просто. Окай, Ла-7. Вот шустрый. Брат на брата. Ты сам этого захотел. У тебя Ла-7 есть? У меня Ла-5 есть. А. Ну что ж ты, давай. Уже 3000 высота, мне что? Самолет выше не хочет лететь. Давай, Ла-7, что ж ты, ссыкло такое? Чисто сейчас на более равного полети. Сейчас, думаю, на меня пойдет. Нет, он будет улетать от Яка. От меня, типа? Нет, за ним еще один же Як. А. Какая у него высота там? 5000, что ли? Да. Даже больше. А у него ракетница есть? А, нет, у него бомба. Ай, мне уже стреляют. Кто это? Это что, кобра? Да. Вот у меня кобра пошла, Кабрити. Да. Ясно. Сейчас он на снижение пошел. Давай, уходи резко в бок. Я его сейчас попробую перехватить. А, он на меня. Вот так. Можешь меня сбивать, разрешаю. Я не обижусь даже. Мне здесь все, гайки. Ёп, я не привык стрелять с лахи. Жалко самолетик. Что взять? Я к 7. Кобру возьму сейчас. Да ёпта, умный попался, прикинь. Кобра? Да. Виляет. Еще когда он виляет, он скорость теряет. Зараза. Я лавочка, найди ты. Я лавочки... Я за коброй. Лавочка ничего повредил одного. Так нафиг, короче, эти красивые настроили. А, кобра внизу. Да. Видимо, у пацана руки из нужного места растут. Жестиком летает. Еще, наверное, американец. На. Сейчас он. Если развернется, хана ему. Он на тебя идет. Все. Прощай, кобра. Все. Нет. Нет. Это... Я разваливаюсь. Садись. А, все. Я мог бы дотянуть до аэродрома, но не сяду. Сейчас покину самолет. Вот понимаешь, почему я не летаю на лахе? Mm-mm. Она вафлевая. Надо поднажать, враг побеждает. Не, просто она привыкнет. Mm-hmm. Я вот раньше любил на Иваш летать, сейчас не очень. Все? Сел. Ну, прикроешь меня? А ты что, сел? Нет. Я взял упер-жупер нагибатор. А подожди меня. Давай, меня самолет не быстрый. Давай судно, да, гоняй. Хрящ судно. Все ховайтесь, мы идем. Угу. Как тебе пушки там хорошие стоят? У меня? Да, куда ты полетел? Я? Вот на Як-3, на Як-1. Зачем они тебе надо? Ты технику уничтожать. Я не любитель уничтожать технику. Уничтожай, он за тебя уже куда-то строчит. Ой. Давай, я бомбочки скинул. Промазал. Ну, блин, это ж судно. Оп. Ау. Мама. Мама, на меня тут Дрань. Целая орава. Камиказа. Ракета. Таранчик. Ой. Теперь за стрелка. На. Блин, сейчас еще свой собьют кругом. За тобой БС-109. Блин, сейчас 5 сек. Ай, хвост! В бок, уходи. Все. У меня ход сломан. Он ушел. Элеватор. Я теперь не регулирую высоту.
Ёпта, не туда! Да не туда! Самое главное не разворачивайся. А как его вверх будет задирать, если я не развернусь? Ма-ма-ма-ма. Так, чтоб мы не... Блин! Вот что за жопа, честно. Так, все нахуй. Покажу. Нет, не гора. Блин, у меня скорость маленькая. С этими маневрами. А теряй скорость. Жопа. Так, еще один самолет твой собьет. Есть? Меня уже сбит кто-то. Окей. Уничтожать технику? Так, уничтожать технику. Прикрой-ка меня, если сможешь. Угу, на Як-7 только. Ну, давай. Давай. Даю, ты где? Я позади. Я набираю скорость. Ты что, бомбер? Да. Остались только бомберы. Я не люблю эту карту, говорю, я не могу на ней летать. На фьордах еще хоть что-то могу. А если мы, главное, сейчас вот дозорным судном, лучше не суйся. Чего? Тысяча килограмм. Твой самолет просто разорвет. Блин, ни одна не попала ракетница. Я сейчас пулемет расхерачу. Только... А, то я к 9-ти. О, кто там мне уже опять на кость сел. Зашибись. Привет, кораблик. Пока, кораблик. Ну, с кораблики. О, банцы. Давай, экстрел. А чё наши корабли не стреляют? Ни хрена. Смотри, у меня еще стрелки стреляют. Я вон за Яком третьим лечу. Ага. Нано. А за тобой хвост там тоже. Ох, ёпта. Дебил. С ракет, прикинь. А, ну, камень еще P2. 500 килограммовками. Шо, я? Дымись, ты падаешь, да? Я? Я сдох уже. А что тебе там еще осталось? Блин, повредить. Уже все повредил, что все, что можно было. Ну как-то так, что-то не знакомо, уже так летал. Что тут еще можно уничтожить? Я не врубаю. 20 корабликов. Ой, еще мне... какое-то повреждение получил. Там уже давай... рассыпался. Давай, короче, ты. Я сейчас с тобой буду лететь. За мной? У него снизу такие две сиськи висят. 500 килограммовых. Какая у тебя скорость? У меня 500. 723. Ого. Я начинаю сбрасывать. Прикрывай меня. Ага. Так вот тут класс 7 летает, ты в курсе? И я 9-т еще. На одной бомбу. Одна бомба, две техники. Судно застряло. Так, что тут еще за говно? О, еще одна дозорка. Да дозор на судно не трогай эти. Оставь бомбочки на эти. Да пофиг, они меня быстро перезаряжаются. Минуту. Да, долететь не успеешь. Ты все, расхерячил? Да. Погнали, короче. У меня еще пулеметы есть курсовые. Пошли на кораблик. Да погоди, да я перезаряжусь, потом полетим. А ты пока долетишь. О, уже тебе сели на хвост. Кто? За тобой вообще-то, не за мной. Разбился. Что он, что я. Ой, Як-3, Як-1. Тебе еще есть самолеты? Да, хватает, полный ангар. Жалко, что больше нет. На меня сейчас вылка, блин, прикинь, вылетел. F6. Сука, он у меня на хвосте отсидит. На. Снял? Да, снял. Ой-ой-ой. Прикрой. Тут... Я на посадку. Давай, а ты все уже, да? Первый расхерачил. Там Пешкин летал. Левый двигатель на меня черный. Правый. Ой, левый крыло тоже черный. Правый двигатель красный. Короче, расхерачил меня. Движок левый вообще не работает уже. Ты куда летишь-то? Я? На доты. Да ты нихуя не сделаешь. Я?
Ракетница могу сделать. Ни хера. А так вот тебе, гад. Ты что думал, просто так на лагушку напал? Я просто так не летаю. Грузовой корабль. Легкий дух, не трать. Сейчас там раскирячат меня. Как блин, это? Прикрывал бы меня лучше. Когда мне такого прикрывать? Вот как мне здесь эти таранчики? Я который сейчас прикрою несколько раз. Микадзе хуево, блин. Что, сбили тебя? Нет, ну его, блин, бесит, знаешь, сбивает на. Бля, там пишка до сих живая. Пиздец, ну бля. Он говорит, сколько? Раз, два. Блин, сколько там, не могу посчитать. 5 человек. Не, оно уже падает, походу, все. Нет, надо еще добить его. Садись. Я покружу пока. Мне вот нравится, вот пешка может охерительно сбрасывать скорость. Че там, форсаж стоит? Нет, охерительно, говорю, сбрасывать, у него воздушный тормоз, там все дела. Вон, нахуй, аж подпрыгнула. Вот и все, нахуй. Прям, смотри, вот так на краю уже торможу. Оба, все, так, врубаем воздушку, все. За тебя летаю, никого нету здесь. Ты долго еще чиниться? 16 секунд. Осталось, да? Летом пишет, что там. Кто лосем будет мочить? Бебет? Чего? Нежданчик. Что, уже все полетел? Ща. Пошли, короче, эсминцы будешь мочить. По самолетам мы проиграли. У нас 2-4 самолета. 5-6. Ща. 6 против почти СЛА. Давай, короче, будешь сейчас рядом со мной лететь. Только ты давай за мной сюда, в объезд, как ты делал. Ща. Скорость там на круто. Там я к третьему, я с ним. Ну, мы одинаковые, конечно. Че там, да, тормоза убери. Знаю. Отворачивайся сюда на меня и через горку пошли. Не забывай, я же бомбардировщик. Я понял, я же тебя сопровождать буду. Сколько тебе там бомб? 2. По 500-ке? Да. Пошли. Ну это, блин, не ER2. Где там бомба нагрузка хуйная. Там, блин, на 230 тысяч будет накопить. Держать. Если что, вперед, я сзади. Или нет, давай я лучше вперед. Нет. Если что, я отвлеку, а за мной пойду же, наверное. Хотя, может, и тебя будет херачить. Скорее меня будет херачить. Что там у нас? Он эсминец, видишь? А? Эсминец, видишь, уже горит. А, ну сейчас одной бомбы, значит, херачу. Так, я на него собрался, не будет, ты его херачь. Сейчас я ему только фюзеляж поцарапаю. У них, бля, у них дохуя самолетов, пиздец. Смотри, не промажь. И одну бомбочку сбрасываю, не две. Да, знаю. Но я сбрасываю, когда целый. Так, все равно. Это калечный может сбрасывать две. Так сбрасывай одну. Или типа прямой. Знаю. Сбросил? Нет, еще. Бросай. Блин, мне экран трясет. Ай. Че там, скорость набрал за турдированную? Нет, блин. Стреляют это по ложке. Давай сложно. Же бросай бомбу. Да бросил я уже. Еще она. Она в перелет ушла. Говорю, экран трясет, блин, ПВО долбит. Думаешь, легко что ли? Давай я тебя собью. Потопил. Молодец. Полетел. Сандалил. Сколько перезарядка у тебя? Ай, минуты и 2 секунды. Пошли. Там грузовые корабли, там вообще легко будет. Только попади, главное. Блин, по грузовым лучше бы это, еркой. Тысяча килограмм. А тебя ерка есть? Ну была ЕР, я же слил уже. Там они вообще легкие, грузовые. Ну, говорю, если бы 1000 килограмм, были бы мне бомбы. Ну, бомбы тут. Я бы там одной бомбы всех переложил бы. Что, рядышком просто, бля? Да, ну, там сплэш охеренный. Я ж, блин, это, 3 дозорных судна одной бомбой. Это дозорные судна, а там? Ну, они нихер большие, это, бомбы эти. На крайний случай 2 бомбы. Да на ускорение или просто на 100% летишь?
Сейчас на ускорение. Да блин, самолет не быстрый. Это был бы Ту-2 у меня. Я думал, у нас уже только двое осталось. Я сейчас небольшой разворот сделал. Надеюсь, не топлива хватит. Как взлетать? Лети прямо. Так, у нас 8 самолетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, кстати, мы теперь выигрываем. Да. По самолету. Да, давай. Я догоняю тебя сейчас еще. Так, грузовой, легкий дот, легкий дот. Понял? Угу. Координаты тебе пометил. Да я вижу его. Ну все, давай. Так, тут нету никаких эсминцев. А, тут нет, тут только грузовые, 4 или 5 штук стоит. Ил пошел прямо, нормально. Он нас не заметил. Что, я тебя опять обогнал? Ну блин, у тебя скорость больше, даже истребитель. Илюшкин далеко. ПВО, так. Грузовой. До далеко. Давай. До недалеко вообще-то. О, у них Лавочкин сидит на базе. Я за Лавочкиным. Давай. Смотри, чтобы этот Лавочкин быренько не взлетел и тебя не убил. Ух, какие вы цели, вкусняшки. Сейчас попробую без промаха. Такое ощущение, что он вышел. Что-то его не вижу. Но если он там, я сейчас его таранит на аэродроме, это бестолку. А, сейчас я ему. Блин, он взлетел, он взлетел, гад. Он взлетел. Сейчас объем. Аккуратно, у него вооружение тоже хорошее. Есть. Потопил, красавца. Во-во-во, ПВО, ПВО уничтожаем. Зачем они срались, эти ПВОшки? Не трогай ПВО, иди корабли топи, я сам раскирячу их. Я уже бомбу сбросил вообще-то. Л-5 сюда летит, я тебя обрадую. Обрадуй его. Л-5 нету ж ракет. Ой, уже кто-то. О, еще я гей, по-моему, еще кобра присутствует. У него Л-5 нет, у него только бомбы могут быть. Блин. Ай. Повредил. Я 9. Сейчас Лавочкин мне хвост сядет. Блин, что теперь мне бомбить? Легкие доты. ПВО корабли топит. Тоже нету кораблей больше. Кто ты бомби, давай. Я их отвлекаю. Текай я туда быстрее. У меня погнали по очкам. Что-то я один бы остался. С хороших истребителей. Не, Ил-2 возьму. Что-то двумя бомбами 6 кораблей потопил. Да, ай, ё, все. Вот тебе и прикрытие. Да, меня ж нету там. А тебе Лавочкин 5. Лавочкин 5 я сбил давно. Нет, его мой стрел, его мой стрелок убил. Не, наши Лавочкин 5 там летают. Вот, сейчас нашего Лавочкина накроет. Ну, не нашего, он уже захваченный врагом. Да, Лемин. Ага. Два Лавочкина у нас летают. И так, 3 лавочки налетают, точнее 2. А, я, наверное, уже после этого боя еще спать. И, ага. Я к 9 до... Еще он... Доска, лети сюда. Досмотрим. Это же все? Ну, сейчас, говорю, у меня больше нет самолетов. Ага. Было 6 штук. О, красавчик, иди сюда. Вы кого так разорвали? До 217. Жесть. Я знаю, что ему в лук нельзя заходить, но... Его и Лавочкин сзади, кажется. За мной? Нет, ну... А. Ты его в лоб или как ты атаковал? Я в лобешню. А, это твои ракеты били, а я думал, это духи тоже... Стрелял, блин. Красавчик. Блин, наугад палил. Это было наугад. А я к 9. А. Ты его перекружишь. Да? Да. Так думаешь? У тебя скорости меньше, из-за этого ты его перекружишь. Да, хоть бы одна попала, мимра. 10 ракет. Опа.
Нет крыла. Мечтать не вредно, еще добить так. Еще у меня еще есть самолетики. Какие? Ишак? Нет, сушка. Ил-2. Еще один Ил-2? Ил-2М. А что ты мне на М-ке вылетел? А зачем? Раньше. Ил-2М, потом. Сколько у них там? Что, я один остался? Нет, нас трое. Их раз, два. Их два. Ну, давай. Ну, так, вот, сколько? Вижу, еще 87. Ой, думаю, вафля. Она пошла бомбер наш, бункер наш топить. А нет, здесь не... родная. Чё так рано стреляешь? Себе зову. О, еще. Я пинфа. Ты тут нарисовал-то? Рано так не стреляй, патрон только тратишь. Не, попадаю. Только критические повреждения что-то не наношу. У него это Ил-2М. Ага. Был. Без хвоста. Где тут уже 87? Далеко? Ладно, хрен с тобой. А, да там есть кому сбивать. Да, я ж. Ой. По очкам мы проиграли. У нас один бункер остался, еще что. Но у них там еще сколько? 6. Блин, скорости не хватает, скорости. За родину. Блин, за родину, за еще один Як-9. Это сколько у них этих дублеров, блин. Нет, он хочет в лоб дойти. Видишь? Як-9, видишь, он летит на меня. По скорости не потянешь. Да? На мне делать больше нечего. У тебя уже двигло перегрелось. Да, прогревается. Не стреляй, патрон только тратишь. А сейчас же ко мне хвост. Еще один Як-9. Ядро. Не, ныряем. Короче, пытайся бункеры. Ага, ой, мама. Где тут первый? А, это ж они меня сейчас раскирячат в воздухе. Я даже долететь, наверное, не успею. У меня уже крыло повредил. Давай. Тупые маневры на... О, если мы с крылка стреляем... Стреляй, давай бомбами, бомбами. А, попал, но не уничтожил. Перелет. Чё ты тут вообще... Ха, у него пушки на КД. Да? Да, он с пулемета сейчас стрелял. Сейчас мы его накажем. Я надеюсь. Блин, у меня крыло повреждено. Бедный Хейншель. Сейчас он, кстати, добомбит все. Отстань от него! Мразь. Прощай, Хеншель. Что же горит? Все, без крыла. О, да, пушками. Блин, самолет была, блин, нормально. Блин, пулемет. Бомба еще одна есть. А. Кидай. А, куда кидать? Надо аж аккуратно зайти. Ай-яй-яй. Все, ты троп. Сейчас тебе крыло оторвут. Кинул. Четко кинул. А толку? А, он еще БФ есть, ёпт. У меня еще свушка есть. Все. Че? Просрали. А, я даже не стал взять. Ну, блин, тупая карта.